Всем привет! С вами канал Артмания. Вот он, этот дом. Кстати, смотрите, уже забор убрали. Мы с вами ходили еще позапрошлым году зимой, по-моему, или если не прошлым. Там стоял забор. Его убрали. Наконец-то я собралась, короче, вышла. Время у нас 12 или уже 1 час. Сейчас мы идем на Крымскую площадь. Там фонтаны, хочу там селфи сделать. Вот, хочу сделать селфи там, пофоткаться, посидеть, короче, отдохнуть. А, может быть, еще мороженку купить. Не знаю. Вот. Снова привет всем. Дошла я до Крымской площади. Съела мороженку, лежу вот, мои ножки. Все приезжают, меня смотрят. Рюкзак. Вообще, он просто шикарно выглядит. Обращают внимание на меня прям вообще просто. Жалко, что я темные очки не взяла. Лежу, любуюсь на проезжающей машине. Это вообще просто шикарно, когда не надо ни о чем думать. Думать о том, что нужно кормить ребенка, нужно постирать, то все. Просто лежишь и бездельничаешь. Это просто шикарно. Не знаю, видно вам? Сейчас я чуть-чуть отдохну. Съела я мороженку, лежу на солнцепёке. Сейчас с вами пойдем. Поснимаю я Крымскую площадь, хотя там, конечно, дети скачут около фонтана. В прошлом году не было так. Видимо, жарко все-таки. И пойдем с вами в магазин. Там еще какой-то мужик сзади на меня смотрит. Он, видать, пиво выпил. Теперь на меня смотрит. Короче, вот они мои. Моя обувочка. Такие классные, красивые. Одел я их. Шортика. Короче, вот она, площадь вся. Там сейчас фонтан вам покажу. Там дети прыгают, блин. Но он чуть-чуть тут есть. Вот он. Сейчас мы с вами с другой стороны обойдем. И его посмотрим. Может, уже... Нет, прыгают еще. Тут лавочки такие, на которые вот я тоже лежу. Она прям на солнцепёке находится. Сейчас я застегну. Вот там есть тенек, кстати. Блин, короче, что-то неудобно не лежать. Тут тоже тенек. Вроде как, казалось бы, должно быть удобно. Но... Блин, что-то не могу. Это, кстати, суд какой-то там городской, юридический. Как его знает. Если мы с вами были в прошлом году. А у меня еще, кстати, наушник. Мой Bluetooth в одном ухе. Наконец-то смогу его послушать по полной. Кстати, такой же, смотрите, памятник, как там. Мне еще в комментариях кто-то писал. Еще я сказала то, что нога не очень. Здесь, кстати, получше немножко. Такой памятник, кстати, еще где-то видела в Самаре у нас. Их, видимо, наставили кругом. Там, конечно, дети. Детей снимать для YouTube нельзя. Чужих запрещено. Кстати, вон такая штука есть, смотрите. Вот, честно, не знаю, чуть такое. Скажите мне, что это? Ощущение, как будто это вот с обуви грязь снимать хорошо. Вот, фонтан. Ладно, я туда не пойду. С камерой не пойду. Я сейчас обойду ее. Полюбуюсь. Знаете, это прекрасное чувство, когда не надо никуда торопиться, когда вот гуляешь, где хочешь. Да, вот тех, у кого нету детей сейчас, еще рано или уже выросли. Нет, особенно нет, наверное, те, у кого еще рано. Ну, собираетесь заводить детей, гуляйте почаще. Просто гуляйте, это классно. Потому что когда у вас появится ребенок, вот тут маленький ребенок,
когда у вас появится ребенок маленький, вы уже не сможете гулять нигде так спокойно. Вы уже будете на бегу, на торопясь. Поэтому так вот. Ладно, пойдем дальше. Короче, все пусто.